17-летний Бейбит еще находится в реанимационном отделении. Здесь же в коридоре постоянно дежурит то его мама, которая воспитывала Бейбита одна, то дядя. Состояние подростка врачи оценивают как крайне тяжелое, однако в выздоровлении не сомневаются. У пострадавшего тяжелые ушибы внутренних органов, многочисленные переломы ребер и бедра. Что произошло вечером в минувший вторник, задаются вопросом и сами родственники, и учителя школы, где учился Бейбит. Вчера был последний урок в школе перед осенними каникулами. Бейбит спокойно отсидел все 6 уроков и пошел домой. Вообще он один из самых лучших наших учеников. За 11 лет ни разу не пропустил уроки. У него прекрасные оценки по всем предметам. Известно, что в тот вечер дома были и мама подростка, и две его сестры. Сам парень находился в своей комнате. Члены семьи на какое-то время упустили его из виду, а потом с ужасом обнаружили, что парня в квартире уже нет. Нашли его под окнами квартиры. Сейчас отдел полиции выясняет все обстоятельства произошедшего, в том числе и версию случайного выпадения из окна.